Здоровенькие были, дорогие друзья, с вами как всегда я, Иван, и вас, наверное, заинтересовало превью и начало ролика, так что присаживайтесь поудобнее, готовьте что-то покушать, и мы начинаем. Все заинтересовало, наверное, то, что типа, what the fuck, я ухожу со смотры, что с имуществом, сливать, продавать, разыгрывать, что такое. Но на самом деле, оно немножечко кликбайтное, попрошусь к этому относиться с юмором, вот, и не ставить дизлайки, спасибо. Никуда я не ухожу, просто многие игроки подумали, что я продаю весь свой автопарк и я ухожу со смотры. Но я в предыдущем ролике говорил, что я не ухожу со смотры, я просто хочу сменить свой автопарк. И зачем мне столько автомобилей? Как вы видите, на момент записи данного ролика я еще ездил на этом челленджере, который продавал. Нет, мне его никто не купил. Но осталось, давайте я сейчас вам расскажу, осталось вот такой вот челленджер, вот специально для вас. 14 миллионов без торга. Забирайте, продал его за 16, потом за 15. Короче, 14 с номером вот этим О0678 на виниле, кастом, забирайте. Также у меня осталось две сливы. Это вот этот 003 и 008. 008 меня купили просто супер без номера, а 003 я снял еще перед этим. А все остальные автомобили я, короче, продал. И сейчас вы увидите, кому я их и как их продавал. Так, а ну подожди. Эвен Субскрайбер, смотрю. 4.2, 4КК, бля, 4.2, 4.2 продано. Бля, 4.2 это кому? Короче, пацаны, здесь столько 14 тысяч пишут просто. 4 ляма. Короче, продаем повидло продать игроку. Повидло 4 миллиона, блядь, я задолбался просто ждать. Сейчас будем ждать, и так никто не купит. 4400 отправить. 4 миллиона. Есть! Все, пацаны, спасибо. Продан. Сори, ребят. Время, деньги. 4 миллиона, бис ушел. Охуеть просто. А теперь за сколько 30к можно слить? Да. А, это Твикс мне писал, кстати, по поводу номеров. А, заебись. Так, пацаны. Что-то... Провин ЕКТ. Я Самони, давай. Короче, ГТ-шку хочет купить у меня за 11 лимонов. Бля, чуть не получил этот... Арата Копян, начинаем двухать, но чуть позже. Ну как договаривались, гоу на ЕКХ ЛС. Короче, Самони за 11 лимонов ставим ГТ-шку. Мерседес, Бенц, вот этот вроде. Да, АМГ ГТ. 560 тысяч комиссия, ёба народ. 11 миллионов уходит ГТ-шка. Спасибо, Самони. Теперь бог Эвен Гоухату. Сейчас поменяемся с геликом и поедем. Так, блин, что-то на хату столько ажиотажа. G20, вот. Вот, беру. Заебись, блин, самая быстрая продажа просто. Даже мои ОММ так быстро не уходили. За 5,5 уходит Провин ЕКТ. Тройка, РХХ, го. О, ГТ-шка моя там уже справа стоит. Эх. Ну чё, ставишь? Ща, одну секунду. Чё, одну секунду. Такое, бля. Номер не интересует? Нет. ККК004. Ща, погоди, продам авто и гоу. Четырка, блин, подумал, уже моя, очень похожая, кстати. Провин ЕКТ что-то писал, может, с другом говорил, не знаю. Она на БУ 4950 стоит, а у меня авто полностью. 55 миллионов? 5,5, давай, уходит Провин ЕКТ М3. Все, благодарю. Пацаны, бог пришел, теперь залазим. Что-то у меня и покупатели, и на гелики есть, и на номера, и все у меня есть покупатели. Блин, а что такой хороший сегодня день, никто не подскажет.
Да. Так, бля, пока вылезешь на этот свой этаж. Last этаж. Так, бок. Продать этот дом игроку. Бок. 3 миллиона. Вот. Год, 3 миллиона, богу, и КВ, барабанный дреб. Сейчас скажет, у него не хватает денег на комиссию. А, нет, красавчик бог, спасибо тебе за то, что дом я купил. А тем временем у меня же 38 миллионов на руках. И Чарон недалеко, пацаны. Чарон скоро будет моим. На следующем неделе, наверное, все-таки куплю Чарон. А что тут, недалеко, блядь, осталось этому Чарону. Фигней. Сколько? Я сейчас даже Макларен могу купить. Че, пацаны, психанем купим Макларен? Такое. Срочно должен был начать видос, передать привет. Бандит вот в чате передает привет. Ага, еще он передает. Из Владивостока ясно, короче, давай. Кто-то еще. Экзорцист тоже. А также. Кому же? Давай. Медики лучше. Моим школьным. Поднялся, чё? Пацаны, Траст Энди хочет купить у меня Сильвию на номер М222ВМ72. На кому денег нет? Такое. Куда он пропал? А, вот. Смотря, пацаны. Больше ничего не могу сказать. Так. Ну что, предлагаешь? Да. Вот, предложил обмен. Ставим. Транспорт. МВМ. 222. 70. 16 тысяч комиссия. Вот это я понимаю. Налог. 700 тысяч. Все отправляется. Траст. Тенди. Да, чтобы он убрал тачки. Твикс, блин, забери мой номер, Твикс. Убери тачки. Так, Твикс у меня тоже должен что-то купить, но сейчас посмотрим. Предлагаем обмен. Транспорт. Где-то МВМ. Вот. 700 тысяч. И... Ну, 700 тысяч, все. Все верно. Тарас, иди. Все, 700 тысяч. СПС. Как хорошо, приятные чувства, пацаны. У всех там расставание с тачками. Ну, смотри, с какими, да. Но такое приятное чувство, когда ты ставишь тачку, тебе деньги, а не наоборот. И оно увеличивается там справа. Прям четко. Вот, все. Пришел обмен. И, блин, мои самые любимые номера на смотри. ОМР 88778, блин. Сейчас уходят просто. Игроку за вечер. Да. Вот эти номера я хотел сохранить все-таки, но. Эх, ладно. Надеюсь, за вечер их никуда не всунет, не всрет. Потому что это топовые номера. 8700, X5 E70, все. Бай. Да. Мне с номерами, наоборот, тяжело расставаться, чем с автомобилями, лоу. Ну, можешь нажать, или он хочет поддержать еще свои денежки. Последний раз в кармане. Стака сниму. Предлагает нам обмен. Бомба E70. Все верно, 8700. Все. Удачи. Все, ОМР 887-78. Удачи. Короче, супру. Вообще, утром хорошо все брали, да? Вот вечером что-то полный ждец, я скажу так. Короче, супру берут, но с условием без номеров за шестерку. Но прикол в том, что раньше супра стоила 10 лимонов, сейчас ее урезали в цене. Она стоит что-то на 4 или 6, она стоит, или 7 с автосалона. Короче, ее урезали, я потерял бабки, все, что я могу сказать. Мы переносим номера, вот это ХАА. О, все правильно, все, перенесли. И давайте...
Вот, все нормально, а то я уже подумал, что... Ясно, я надеюсь, я доеду, и меня не крашит. Обожаю, когда белые тачки. Не, ну что, можем посмотреть на Супру в белом цвете, но в принципе тоже good. FT Супра прикольно. 6 миллионов, пацаны, нам... сейчас купят у меня. Надо сказать, можно и 2000 еще добавить, чтобы у меня ровная сумма была? Ну такое. А нам осталось продать самое тяжелое, это номера. Потому что найти коллекционера номеров... Ну, в принципе, два, даже три номера я уже могу слить. Ну, типа, одного пацана на следующей неделе, один номер... Бля, все белое, я надеюсь, мне не крашит. Один номер у меня забронировали, и еще второй такой себе. Так, 3250. Так, где-то пацаны с каким-то никами должны подъехать. Мистер, не мистер, сейчас, короче, посмотрим. Так, пацаны, на этом моменте я забыл вырубить музыку на компе, она просто на всё была, и ничего не слышно. Короче, продаем мистеру Наксуфру за 6 миллионов. Сейчас он подставит, это все было ускорено вроде, да, 6 миллионов. Не вижу, если честно, через маленькое окошко. Спасибо, что купил Супру, и тебе большой-большой привет. Так, пацаны, на этом моменте у меня забагался микрофон, вот я предлагаю сейчас, ну, озвучил в реальном времени, поменял, короче, сливы номер на Приору и предлагаю вот Виксу. Он поставил 8,5 миллионов, если я не ошибаюсь, вот мы обменялись, ему большой привет и спасибо за то, что купил номер. Согласен, много моментов с озвучкой, но здесь я продаю молодому свой гелик за 15 миллионов, спасибо. Воу, сорян, Артём Летко. Короче, передаю тебе привет. Что дальше? Ну, по крайней мере, я хотел, если честно, уже продать все свои автомобили. Почему роликов не было? Я хотел продать все свои автомобили до одного и тогда записать ролик. Но получалось так, что у меня сейчас на счету 78 миллионов на руках и 25 в банке. Как вы знаете, я хочу купить себе Чирон, и если продать еще этот комплект, плюс-минус еще двадцатка добавится, короче, full банк плюс-минус добавится, вот, и хотел бы я еще один автомобиль купить, но перед тем, как я не куплю Чирон, короче, если я не куплю Чирон, я ничего покупать не хочу, потому что я сейчас могу накупить авто, а потом мне опять на Чирон не хватит бабок, вот, только что сняли деньги с бизнеса, вот, и... Можно сказать, переступили к следующей теме. Вчера на смотре был слет домов, бизнесов, номеров. Напишите, пожалуйста, в комментариях, слетело у кого что-то. Ну, вернее, кто словил, что слетело. И что словили там, бизнесы, дома, в комментариях. Будет очень интересно почитать. Вчера полчаса летал и ничего не нашел. И бизнесы 90-120 тысяч выплаты. Напишите мне, пожалуйста, в личку, в ВК, ссылочка в описании, почем вы продаете. Может, именно у вас я заберу этот бизнес. И кто продает Чирон, или знает ник пацана, кто продает Чирон, или ВК пацана, кто продает Чирон, напишите тоже в комментариях или личку ВК. Буду вам очень благодарен. Потому что Чирон сейчас найти, если честно, очень сложно. Многим не секрет, что сейчас я учусь в универе, и, как вы знаете, типа, вот эту неделю, считайте, две недели был чисто контентом, я шпилил, да, конкурсы, стримы и т.д. и т.п. Все нормально, но зимние каникулы у меня-то закончились уже, вот, и в понедельник ехать на учебу. И я хотел бы вам составить расписание, типа, когда будут выходить видосы, и посоветоваться с вами, типа, в понедельник, я думал, и один, и в субботу. Как вы думаете? Или в понедельник и в пятницу? Чтобы по три видоса. Ну, по два, чтобы точно выходило в понедельник и в пятницу. Но может еще, если успею на выходных что-то зависать, чтобы больше выходило. Напишите это тоже в комментариях. Также хотел вам посоветоваться, а попросить вас. Да. Не поленитесь, напишите в комментариях и мне личку ВК. Короче, хочу создать видос. Лайфхаки на смотрим, да, вот. Конечно, я его хотел записать еще, наверное, 5 месяцев назад, но что-то не записал, вот. И я насобирал где-то плюс-минус 10 лайфхаков. Если вы знаете какие-то лайфхаки, напишите либо в комментариях, лайфхаки, которые упрощают игру, не знаю. Да, короче, упрощают игру, это же, считайте, вообще что-то упрощают, вот. Напишите, пожалуйста, в ВК или в комментариях, кто напишет,
написали лайфхаки, сбоку напишите свой ник в игре. Я когда буду этот видос будет, наверное, на следующей неделе этот видос выйдет с лайфхаками. Кто скажет мне полезный лайфхак, я зачитаю его на видос и прочитаю и передам ему привет в видео. На этом все, лайфхаки рассказал, про тачки рассказал, про то, что тачки продал, рассказал, эти тачки рассказал, можно сказать все. Пишите свои идеи для роликов, какие-то идеи мы воплотим в жизнь, вот. Ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Поддержите, пожалуйста, лайкосом. Не ставьте дизлайк. С вами был Вушка. Всем удачи, пацаны. И всем пока.